VI веке из Антиохии в Грузию приехали 13 человек, игумен Иоанн и 12 его учеников. Тогда начинается пора расцвета христианства в Грузии и начало монашества. Эти монахи основали первые монастыри на территории Грузии, и один из них находится в 60 километрах от Тбилиси – Давид Гареджи. Мы приехали сюда, чтобы показать вам одну из святынь Грузии. Это программа «Грузия» с Олегом Панфиловым. Мы приехали в Давид Гареджи. Один из пришедших из Антиохии монахов, святой Давид Гареджи, вначале обосновался в новой столице Картли, Тбилиси, выбрав гору на окраине города. Сегодня эта гора называется Мтацминда, то есть Святая гора, или по-другому Мамадавити, то есть гора отца Давида. Своими руками он выкопал в скале пещеру и начал свой духовный подвиг с покаянной молитвы. Он молился о прощении грехов жителей города. Тогда Тбилиси был разноязыким и шумным. Здесь можно было увидеть и персидских жрецов, одетых в черные халаты, и факиров, и купцов, и множество других народов. Своими удивительными проповедями и праведной жизнью святой Давид обратил христианство многих огнепоклонников. Разъяренные язычники подкупили какую-то беременную девицу, у которой не было мужа, и обвинили преподобного отца в прелюбодеянии. На суде святой посохом коснулся живота девицы и сказал: «Именем Господа Бога моего Иисуса Христа приказываю тебе, младенец, сообщить, кто является твоим отцом». Младенец из материнской утробы назвал имя настоящего отца. А девица разрешилась к камню. И разъяренная толпа забила клеветницу камнями. Угнетенный тем, что не смог унять ярость толпы и препятствовать кровавой расправе, святой Давид, разослав свой монашеский плащ по реке Мткваре, не внимая горячим просьбам тбилисцев, вместе со своим учеником Лукиане уплыл по течению. Считается, что с этим событием связано возведение храма Кашвети, то есть родивший камень, который стоит и сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси. Но до этого, о печальном происшедшем, Давид попросил у Бога источник целебной воды и на горе Мтацминда забил ключ, благодатный для бездетных семей. Но вернемся в пустынь, называемую Гареджи, где поселились преподобные Давид и Лукиане. Пищу подвижникам послал Господь. Ежедневно, кроме среды и пятницы, к ним приходило стадо оленей. Лукиане доил их, а Давид освящал крестом, и молоко свертывалось в сыр. Вскоре о чудесах, творимых гариджийскими отшельниками, узнал весь край, и многие устремились к ним, приняв пустынное жительство. Гариджийский комплекс монастырей протянулся по хребту на расстоянии 25 километров на границе Грузии и Азербайджана. В Средневековье здесь было настоящее своеобразное государство. Было собственное сельское хозяйство, было собственное производство, были ремесленные мастерские. Это была по существу своеобразная монашеская республика. Мы поднимаемся в главный монастырь Давид Гареджи.
Из села Нинуцминда к святому Давиду пришел благочестивый монах Додо, который по указу пастыря построил монастырь в честь Пресвятой Богородицы на восточном конце Гориджийского хребта, ныне называемый Додо-Сырка, ветвь Додо. С именем Давида связано появление камня благодати, чудотворной святыни Грузинской Православной Церкви и ценнейшей реликвии Гореджи. Согласно житию, Давид с несколькими монахами совершил паломничество в Иерусалим ко гробу Господню. Достигнув города, он по смирению не вошел к нему и молился на горе благодати, откуда и виден божественный город, святой Иерусалим. Давид взял с горы три камня, и в ту же ночь иерусалимскому патриарху Илье во сне явился ангел, который сказал, что грузинский монах вынес всю благодать из Иерусалима. Гонцы патриарха нагнали преподобного, направлявшегося в Грузию. По указанию ангела забрали два камня, оставив один, приравненный ангелом к третьей благодати гроба Господня. Монахи Гореджи многие века охраняли камень благодати возле могилы Давида, а ныне он хранится в грузинской патриархии. По преданию, троекратная молитва возле камня приравнивалась к паломничеству в Иерусалим. Похоронен святой Давид в Гореджийской обители. В IX веке Илларионом Картвеля были сооружены Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном Давида строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть лоза истинная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки. Это внутренний двор монастыря Давид Гореджи. Весь этот комплекс на протяжении 25 километров сейчас практически пустует. Монахи живут в этих кельях, они живут здесь. Внизу, напротив меня, находится церковь, где похоронен Давид Гореджи и его сподвижник Додо. Это келья, в которой он жил. И верующие люди, которые приходят сюда, в этот монастырь, обычно зажигают свечу. Память о Давиде Гореджийском. Thank you.
Это маленькая церковь монастыря Давид-Гареджи, где похоронен сам Давид. Это его могила. И обычно люди, которые приезжают сюда, в этот монастырь, они приходят поклониться, они становятся на колени, опускают голову, целуют надгробие. Здесь на могиле Давида Гареджи находится благодатный камень, который Давид привез из Иерусалима, взяв несколько камней, три камня с благодатной горы. Согласно легенде, два камня у него забрали, а третий он привез в Грузию. Здесь находится копия того камня. Сам камень находится в грузинской патриархии. На надгробии Давида Гареджи есть не только благодатный камень, но и изображение оленя, потому что, согласно преданию, оленя спасли от голода Давида и его сподвижников. Когда Господь пригонял стадо оленей, они их доили и делали из него сыр. Рядом с этим надгробием находится другая могила Додо Гареджийского, сподвижника Давида. А это могила Додо Гареджийского, сподвижника святого Давида. Когда я готовился к этой поездке, прочитал несколько туристических сайтов, где люди оставляли свои впечатления о посещении Давид-Гареджи. Многие написали о том, что здесь какая-то есть энергетика, и ощущения после посещения Давид-Гареджи очень своеобразные. Вот и я сейчас чувствую, что мне здесь так хорошо, даже не хочется уезжать. Но есть такое поверье, связанное с тем, что человек, трижды посещающий этот монастырь, его посещение на третий раз приравнивается к посещению Иерусалима. Вот такое святое место Давид-Гареджи. В XI веке монастырь испытал нашествие турок-сельджуков. В XIII веке был разграблен монголами. В конце XIV века разорен Тамерланом, Тимуром. В 1615 году вновь разорен персидским шахом Аббасом I, когда за отказ отречься от веры было казнено около 5000 монахов и послушников монастыря. Святой Давид – один из наиболее почитаемых святых Грузии. Но он почитается не только грузинской православной церковью, но и русской и украинскими православными церквями. Преподобный особо почитается женщинами, как усердный молитвенник об их чистоте и чародии, имеющий благодать от Господа помогать женщинам в их нуждах. На сегодняшний день монастырь Давид-Гареджи представляет собой комплекс пещерных монастырей, высеченных в скалах и простирающихся на 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Он расположен на территории трех районов Грузии – Гардабанского, Сагарджийского и Сигнахского.
Главным монастырем считается Лавра Святого Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. К древнейшим относятся также монастыри Додо и Натлис Мцемели, то есть Иоанна Крестителя. А в X-XIII веках были основаны новые обители. Во многих церквах и трапезных Давид Гареджа сохранились фрески VIII-XIV веков, включая портретные изображения исторических лиц, например, Давида Строителя, царицы Тамар и Дмитрия Самопожертвователя. Священной реликвией является единственный в этой местности источник – слезы Давида, у которого утоляли жажду первые монахи пустыни. Надо сказать, что в это же время в Давид Гареджа была сооружена система водосбора. Особенно примечательны пещерные храмы Давид Гареджа. Их росписи, охватывающие огромный период времени с 9 по 17 век, представляют распоряжение исследователя богатый иконографический материал. Наряду с изображением столь излюбленного на Кавказе Де Иисуса, мы находим здесь многочисленные сцены из жизни Христа и основателя монастыря Давида Гареджели. Он жил в VI веке. Фигуры святых и столпников и типичную для грузинских фресок композицию Вознесения Креста. Иконография и стиль росписи обнаруживают сходство с фресками Каппадокии, а порою и с ранними романскими фресками Франции. Здесь та же плоскостная трактовка форм с преобладанием голубых, золотисто-желтых и ярко-зеленых цветов. Иконография, хотя и присущи местные черты, хранит множество раннехристианских, преимущественно сиро-палестинских пережитков. С монастырем Давид Гареджа связаны еще две истории, но уже современные. Во-первых, здесь находится совсем близко граница между Грузией и Азербайджаном. Этот склон северный, а на южном склоне находятся другие монастыри. Большая часть вот этого огромного пещерного комплекса протяженностью 25 километров. И разделение это произошло в 21 году. Уже при советской власти. До 1977 года это была граница, которая разделяла территориально пещерный комплекс. И тогда начались переговоры о том, кому должны принадлежать эти две части монастыря. Всего лишь 4 года назад закончились эти переговоры, и сейчас люди, приезжающие со стороны Грузии, чтобы ознакомиться с этим монастырем, могут свободно переходить на азербайджанскую сторону. Там остались очень много храмов, в которых есть фрески. Фрески, которые стали писать на стенах храмов, начиная с VIII века. Вторая современная история связана с варварством. В 1948 году Закавказскому военному округу были переданы земли трех районов Грузии, где был устроен полигон. И танки прямой наводкой били по монастырям этого комплекса Давид Гареджа. В 1989 году студенты и интеллигенция провели несколько акций протеста, требуя прекратить стрельбы для того, чтобы сохранить остатки тех монастырей, которые здесь находятся. И только в 1991 году, когда Грузия стала независима, земли эти были отобраны у военного полигона, и стрельбы прекратились. Тем не менее, за это время почти 40 лет стрельб на этом полигоне. Из танковых орудий было повреждено огромное количество исторических памятников. И самое главное, были разрушены безвозвратно
фрески. Вот такая современная история, которая повлияла на эту святыню, одно из самых святых мест в Грузии. Закончилась наша поездка в монастырь Давидгараджа, который находится на границе между Азербайджаном и Грузией. Это монастырский комплекс, который начали строить в VI веке. Это была программа «Грузия» с Олегом Панфиловым. До встречи на следующей неделе.